ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Чистит лапу, да? Да. Лапки чистит. Ну, видишь, дачник. Дежурник. Малыш. Играющий сам с собой Балу и расхаживающий по клетке Михей вызывают неподдельный интерес у посетителей. Мишек первоуральцы не видели всю зиму. Эти сони уснули, как полагается, в середине ноября. С первыми лучами весеннего солнца вышли из своих берлог. Сна наступает, они просыпаются. Самое время. Впрочем, на люди они показываются ненадолго. Большую часть дня предпочитают проводить в теплых укрытиях. И даже на открытом воздухе ленивы и неповоротливы. Специалисты зоопарка объясняют, они еще не до конца вышли из спячки. Так как зима у нас затянулась, да, то сейчас они еще не в периоде своей активности. Большую часть времени они все равно спят. Да, то есть они покушают и спят. То есть в утреннее и в вечернее время они спят. Днем они 3-4 часа. Желающим увидеть мишек во всей красе сейчас нужно постараться. Из берлог они выходят ближе к обеду. Почувствовать приближающуюся к ним тележку с едой могут за версту. С началом весны по-прежнему едва ли не половина их рациона – это курица и рыба. Но ближе к лету это соотношение обещают поменять. В меню преобладающими станут овощи, фрукты и, конечно, зерновые. Енотовидные собаки теперь в своих домиках не сидят, предпочитают греться на солнышке, как и их соседи – еноты. Эти зверьки едва ли не весь день проводят на улице. Из спячки все эти животные вышли еще в феврале. Если сейчас вы посмотрите, у них такая толстая, шелковистая шерстка, да, которая защищает их минус 40 зимой, то к лету они у нас пройдет линькой, и они будут более худенькие, будут ободренькие, маленько так можно сказать. К зиме же у них опять нарастет толстая шерсть с толстым подшерстком, чтобы защитить их в зимнее время. Еще оживленнее в первоуральском мини-зоопарке станет ближе к лету, обещает его руководитель. С повышением дневной температуры в открытые вольеры намерены перевести теплолюбивых мини-пигов и куриц с цыплятами. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.